Привет, ребята. Давно хотел снять ролик. Купил где-то месяц назад горох в магазине Перекресток. Там была куча камней или песок, очень приличный размер. Попадал на зубы. Мне казалось, что это ерунда, но на самом деле вот такие вот огромные куски откололись и справа, и слева. Был еще второй кусок. Что-то сейчас он улетел куда-то, потерялся. Сам Перекресток я позвонил, сказал, но они, я думаю, ничего делать не будут. Они сказали, конечно, что там что-то посмотрят. У меня даже остался где-то чек. Но я не думаю, что дело в чеке. Даже если бы я в тот же день прибежал с чеком, сказали бы, да, как бы сам виноват, там надо было промыть, процедить, еще какую-то херню горох стоил нормальную цену, где-то около 30 рублей. Он не был какой-то мега дешевый. В таких прозрачных пакетиках. Просто я, когда попал сначала песок, я даже не подумал, что могут быть такие здоровые камни, которые все зубы переломают. А они по-настоящему прям все зубы переломали. Треснули, два куска отлетело, там дальше пломба отлетела. А сейчас переделать пломбу стоит около 9000 рублей. Огромные деньги. Даже там, ну, маленький зуб, большой, без разницы. Они от 5 до 9000. Может быть и дороже где-то, это вот минимум 5-9 тысяч. Ну, если корни обрабатывать, там становится подороже. То есть, если взять 9-10 тысяч максимум, то сразу у меня получилось 20 тысяч из-за 30 рублей трат. Ну, а если коронку одевать, а на многие уже коронки надо одевать, это 15 тысяч. То есть, получается уже, если с коронками, то 30 тысяч траты. Из 30 рублей возникли траты 30 тысяч рублей. Я думаю, вряд ли Перекресток стал бы это все компенсировать. Первый раз такое случилось у меня, что песок оказался в крупе. Было невкусная, поганая крупа, рис, который в кучу в камень сваривается. Но вот чтобы такое, прям зубы отлетались. Разлетались. Это новое. Это путиня, говно путинское. Такое вот ты что не покупай, ты либо хлам, либо зубы поломаешь. Перекресток, я как сказал, уже думаю, в любом случае к черту пошлет. Даже если бы у меня был чек, и все бы я доказал, да, через суд бы там тоже бы как-нибудь отмазались, что сам подкинул песку, что у меня во рту этот песок все время. Вот такие вот дела. Веб-камера. Хорошо. Хорошо приближает. Ну, на этом все. Пока, ребята. Горох не ешьте, перекрестки не покупайте. Да вообще ничего не покупайте в России. Тут все поганое.